Всем привет! Авторынок Алматы, краткий обзор цен август 2019 года. Перед началом обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ведь количество подписчиков крайне важно для развития канала. Ну и на данный момент 90% смотрят меня без подписки, то есть смотрят, но не подписаны. Надо это дело исправлять. Подписывайтесь. Ну а мы погнали. Mitsubishi Outlander 2007 года. 4 700 000. V6, он прям такой. Хорошо подготовлен, но бампер немножко кривоват, зато лобовое оригинальное, сзади рейлинги. И, кстати, вот такая, когда крышка багажника открывается, тоже очень удобно. Вверх и снизу еще открывается. Низкая платформа погрузочная, очень-очень удобно, кожаная, черный салон. Тут еще даже сабвуфер есть, аккуратненько так расположен сбоку. Дальше. Honda CR-V. Кстати, вот эта CR-V очень удачная, очень хорошая. Здесь классный двигатель, насколько я знаю, цепной. Но почему-то, к сожалению, у нас Honda официально не продается. И цена неизвестна, цена договорная. Ну, прям классная Honda-чка. Дальше. Jeep. Это вообще прям не родоначальник. Прям весь сегмент больших внедорожников сейчас у нас называется джипами. Хотя, правильно, как бы вот этот Jeep Cherokee. Данная машина стоит 1 692 000 года, но тем не менее такое именно нарицательное, именно он дал название всем паркетникам. Дальше Toyota Carina 1 650 000 года, 2 литра на автомате, зелененькая в кузове седан, там неплохая машинка. Дальше Lexus ES, Lexus, но он, к сожалению, без цены, без описания. Рядом у нас Toyota Camry, 50-ка, американец, 5800, 11 год, 2,5. Camry прям круто. Ух, смотри, какая BMW. BMW пятерочка, но ее видно, сжали недавно, тут даже под лаком немного пыли осталось. Как бы, хорошо было бы ее полирнуть, но она прям сияет. Цена договорная, 735-я. Ну, кожный салон у нее такой относительно неплохом состоянии, относительно своего года. Блин, жаль, ценника не повесили. И красили ее, красили прям недавно. И тут под краской, если посмотреть, видно частички пыли. Ну, в принципе, полирнуть она, наверное, большая часть идет. Но, блин, конечно, выглядит зачетно. Дальше Mitsubishi Delica, подготовленная к бездорожью. Фул покраски. Он стоит вверх ногами. Дальше Toyota Camry 2 997 000 года, еще и правый руль. Иногда порой, конечно, мне кажется, камеры немножко переоценены. Но в данном состоянии вообще, блин, 2 миллиона за что? Смотрите, на себя по кузову. Еще правый руль. Ну, на автомате. Ну, блин, смотрите, даже шпаклевка. После шпаклевки еще царапины. Блин. Мягко говоря, ее переоценили. 2 миллиона нам, кажется, не стоит. Дальше Toyota Camry. 30-ка. Или 35-ка. У нее такие даже рейлинги есть. Это как бы говорит, что у нее комплектация XLE-шная полная. 3 500 000. Ну да, вроде 35-ка, 4-й год. Ну тоже у нее лобовое мини, но передний бампер есть еще кривой. Дальше Volkswagen Golf, но Golf в кузове универсал, 3 310 000 год, 1.8 турбо с рейлингами. Но, честно говоря, мне кажется, Golf он прикольно выглядит именно в кузове хэтчбэк, ну или более привычно, хотя есть любители универсалов. Дальше Subaru Legacy, 8-й год, цена договаренная. Кстати, вот у Subaru они плохо, что отказались от этой темы, темы безрамных окон. Когда они были безрамные, как-то определенный такой шарм автомобиль с открытыми окнами, безрамные, выглядит, конечно, здорово. Ну, здесь оппозитный двигатель субаровский, тоже неплохой. Hyundai Accent. 3 914 000 год, 1.6 на автомате. Вот такой маленький, в принципе, неплохой автомобиль. Ну, это еще неплохая комплектация. У него прям мультируль, подогревы, сиденье, подогревы руля. Единственное, колпаки поменять для такого, чтобы лучше был вид. Ну, хорошая, беспроблемная машина для городской эксплуатации. 3 900. Неплохой. Дальше еще один шарик. Сегодня у нас прям трекеров 4 или 5 попадается.
Раньше их было гораздо меньше. 4,7, 15 год, 1,8 на автомате. В белом цвете вообще прям выглядит здорово. Белый цвет выглядит всегда больше. Ну и меньше требует мороки с уходом. Ну, меньше грязи видно. Кашкай, Кашкай без ценника. Kia Rio тоже, к сожалению, без ценника. GS, два GS, белый, черный, тоже прям классика на любой цвет, белый или черный. Выглядит прям вообще здоровски, хорошо подготовлено. Светлый кожаный салон, смотрите, какая красота. Круто выглядит. Рядом еще белый GS. Мне кажется, белый интереснее выглядит. Со светлым тоже кожаным салоном. Хоть машина и старая, но она прям офигенная. Но она едет круто. Оптитронная панель. У нее даже регулировка руля идет электрический. То есть на многих даже сейчас топовых Lexus, которые сейчас производятся на NX, UX, вначале идет механические регулировки, а здесь на старых электронная. Дальше, что это Land Cruiser Prado, 3 400 000, 2000 года, 1KZ, дизелек. Здесь на этом автомобиле ценника нету, на этом тоже нету. Да, плохо, что они везде вешают ценники. Mercedes E-класса 211, 2 700 000, 2,6 Tiptronic. Mercedes, конечно, круто всегда выглядит. Я помню, когда он только вышел, прям вообще у нас один знакомый купил, кайфовал, круто выглядело. Infiniti 5 700 000, 8 год, 3,5. Вот там такая лялечка. По кузову есть, конечно, небольшие сколы, но это мелочь. Но вот Infiniti, она же красиво выглядит, здорово, вот премиум бренд от японцев. Дальше у нас Mitsubishi Pajero Sport, 3-й год, 3 100 000. Ну, Pajero так требует вложений, мягко говоря. Toyota Camry 35, 3 650 000, 2000. Вот они стоили 3 миллиона в районе 10 тысяч долларов лет 10 назад, когда их возили, до сих пор. То есть Camry еще никогда не обесценивается. Гофик 1 350 000, VR6. Вот здесь VR6, блин, он прям пушка прет, маленький, легкий, но, блин, он навороченный двигатель, сложный. Дальше у нас Nissan 4 500 000, 2008 год. Такой классном окрасе. Это типа Раптора, наверное, что-то. Еще в кузове пикап. Для каких-то сельскохозяйственных угодий. Прям вообще, мне кажется, здорово. Большая платформа. Круто. Навара. Интересная машина. Ну, а мы пошли дальше. BMW X5. Сегодня у нас уже, наверное, 7-й или 5-й. 5-й, X5. Но здесь такие большие, огромные диски. Конечно, да, диски прям красят машину. Сразу выглядит намного интереснее. Но здесь он относительно простой. 3-литровый, 2002 год, 3 750 000. Но он такой прям хорошо выглядит. Есть полкокрасочное покрытие. Резинки все. Такой относительно ухоженный, прям зачетный X5. Дальше Mercedes еще один E-класс, 3 700 000 в родной краске. Ну прям вообще смотрите, круто как выглядит, да? 3 700 000, 2000 год, 2,8. Тканевый салон. Ну прям такой, можно присмотреться. И не закрыл дверь, кстати, мне тоже как-то писали комментарии, что я не всегда закрываю дверь. Но, блин, сильно хлопнешь, можно видеть хозяина. Ну тоже прямо смотрите, народ смотрит активно, рассматривает. Хороший Мерсик. Ну, бампера-то, да? Вообще, это редкость. О, здесь еще вот пушка. Ух, S-класс. 5600, 2008 год, 5,5. Это реально пушка. Круто. Черный кожаный салон, множество регулировок, множество опций. Тут, не знаю, тут все перечитать, конечно, очень долго.
даже у него доводчик. Еще панорамная крыша. Мерс, безусловно, выглядит красиво, едет очень здорово, очень классно. Ну, блин, надо, конечно, содержать такую машину, наверное, проблематично. Дорогое удовольствие. Но, блин, Мерс, он есть Мерседес. Ну, допустим, в очках ты видишь его? Прям круто. Хороший Мерс. Дальше у нас Nissan за 5300. 5 год, 4-литровый Pathfinder. Volkswagen. Hello Kitty. Наверное, кажется, девочка управляет этим Volkswagen. 6 год, 2 800 000, 2,5 на автомате. Как мило. Дальше Volkswagen CC Coupe. Вот это, да, тоже модификация, когда начали крать, вроде четырехдверно, но оно называется уже купе. Из-за того, что у него получается безрамные окна. Но он, типа, как бы вроде четырехдверно, но все считается, типа, купе. Стоит это 5 500, 12 год. Красивая, интересная машина. Дальше Mercedes C-класс. 3 миллиона, первый год, 3,2. Золотой. Еще один Mercedes, на бесценника. Вот интересная машина. Кстати, это первая, которую я сегодня встретил именно на армянских номерах. Альфард. Цена не указана, к сожалению. Ну, блин, вот это классная машина. Они вообще, по идее, идут праворульные. Их там же где-то перекидывают. Ну, единственное, на армянских номерах. Хотя сейчас... Вроде проблем они сильных не испытывают с эксплуатацией. Если хотите, отдельно сниму более подробно по армянским машинам. Сделаю прям подборку. Но это, наверное, как раз в следующий раз, когда будет более полный рынок и будет их больше представлено на рынке. Ну, тут видно, как раз машина именно японская. Была произведена из Японии. И был у нее правый руль. И руль они перекидывают то ли в Грузии, то ли у них там прям в Армении. Это надо... Конечно, по-хорошему съездить бы туда на их авторынок, прям посмотреть, но чтобы поехать, нужны определенные финансовые затраты, надо спонсоров. Спонсоров у нас, к сожалению, нету. Ну, в общем, Альфард. Если кого-то заинтересует, можете посмотреть номер, позвонить. Ну и, соответственно, в следующий раз сниму более подробно. Саранча. Дальше. Мерседес. 2 миллиона 550 на автомате. Hyundai 4 миллиона 15 год. Хороший городской автомобильчик. Собирается в Питере. Или Solaris, или Accent под разными двумя брендами. Еще один Lexus GS GS с рядной шестеркой. 80 тысяч километров пробега заявлено. Lexus прям круто выглядит. Ну, этот ряд заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И в следующий раз я, наверное, все-таки сниму вот эти армянские машины. В частности, Альфард.